Привет всем, привет всем! Вас приветствует канал Лига Music Wars. Сегодня на экране не мой любимый персонаж, а персонаж у нас Милашечка. Вот, этот персонаж — чистое хранилище звезд. Меня попросили продать персонаж. Вот, цена персонажа 300 рублей. Поэтому знакомимся быстро, вкратце, что это такое. Персонаж не раскачанный, как вы видите, совершенно. То есть он просто был докачан до какого-то уровня, типа вот до 10, может до 9, и заброшен был. Но при этом персонаж имеет 15 700, можно сказать, 16 тысяч звезд. Будет очень интересно для лидеров групп, для переманивания фанаток, соответственно, и ведения войн. Можно спокойно ставить защиту на группы, на щиты, на ярость и так далее. Вот, что у него есть. Дзен-духи, у него вот 5 штук есть улучшение. Если кто-нибудь захочет еще и развить его, то неплохо, можно сейчас на 9 мая, будет хорошая акция. Можно будет хорошо его развить. И генетики у него, смотрите, видите, еще 11 тысяч улучшения. Совсем копеечное. И здесь тоже. Сейчас зал славы еще покажу. Так, лаборатория Аркона. Ну, тут еще вот такие вот вещи валяются. Ну, не знаю. Кому-нибудь может понадобиться. Так, что у нас в зале славы? Зал славы у нас пустой. Пожалуйста, развивайте, если хотите. Кто не хочет раскачиваться с самого первого уровня, это вам, можно сказать, полное подспорье. Развивайте, делайте, что хотите. Так, что у нас еще здесь есть? Ну, этих я не буду. Нечего показать. Так, на музмехах мы чистые, да, совершенно, предположительно. Не заходил. Да, не на разрушителей. Вот, на этом раскачан. Есть фазы, 7 щитов, аптечка. В общем, честно, чистый персонаж. Совершенно чистый персонаж. Пожалуйста, кому интересно, пишем мне в ВК. То есть, дальше уже будем разговаривать. Спасибо всем за просмотр. Счастливо!